Libra Translate – это переводчик с открытым исходным кодом. В принципе, это то же самое, что Google переводчик. Я бы сказал, что, конечно, Google покрывает все запросы и вообще вещь многофункциональная, но все равно за то, чтобы было разнообразие. Вот так выглядит сам переводчик. Это сайт LibreTranslate.com. Есть другие сайты, на которые установлен LibreTranslate, но об этом в конце. По меньшей мере, здесь есть переключение на темную и светлую темы. Это, насколько я понимаю, обязательное условие для open source. Ну и все. У нас есть выбор исходного языка, в данном случае стоит автоопределение, и язык, на который переводим — английский. Зададим ему задачу сложную, хотя слова тут вроде простые. Но у данного поэта смысл не в словах, а в паузах между словами. В каком-то фильме моего детства роботы ломались, когда им задавали какую-то простую задачу с логической ошибкой внутри. Задачу не помню. Libre Translate тоже, похоже, сломался. Даже с моим знанием английского я понимаю, что это не совсем то, что я ждал. Посмотрим, что скажет Google Translate. Так мы копируем текст, но мне кажется, что тут не надо быть англичанином, чтобы понять, что это какая-то тарабарщина. Ну да, он честно перевел, по-английски написано именно это. Но это совсем не то, что пел Летов. Хотя, может быть, Libre Translate как раз и подхватил те самые паузы между словами, и Летов пел именно об этом. Надо будет подумать. Ну да, тут честно слово в слово. Хотя Чиф в качестве вождя мне нравится больше, чем Лида. Ладно, попробуем обратно. А, вот в чем дело. Он определил исходный язык как украинский. Ну, Игорь Федорович, вот ни разу не сомневался я в этом человеке. Вроде слова простые, а нейросеть сошла с ума. А вот, теперь все нормально. Опять же, мне нравится Чиф и, конечно же, Дрим. То есть он, похоже, не понял слова «стон» и подумал, что речь идет о сне. А я бы перевел это как мечта. Ну, в общем, похоже, Libre Translate вошел в резонанс с Летовым, и они тут продолжают взаимное творчество. Так, значит, мы можем менять местами источник и перевод. Но только если у нас выбраны оба языка. Если стоит автоопределение, кнопка «Поменять местами» не работает. Кроме перевода текстов, тут можно переводить файлы. И в случае с файлами также нужно выбрать язык оригинала и на какой язык переводить. Не пробовал здесь автоопределение, но лучше, наверное, не рисковать. Выбираем файл, и он автоматом скачивает перевод. Ну, такое себе. Я бы, кстати, не сказал, что переводит он лучше Google Translate, и не сказал бы, что на уровне Google Translate. Разработчикам есть куда расти. Но все-таки основное достоинство Libre Translate не в качестве перевода. Тут с Гуглом действительно уже невозможно тягаться. Хотя сербский, например, он вообще не понимает. То есть в нише национальных языков не первого десятка можно поспорить и с Гуглом. Было бы желание. Но все-таки основное достоинство Libre Translate в том, что это открытый исходный код. Он выложен на Git, его можно скачать и установить как на локальной машине, так и на собственном сервере. И для тех, кто не очень любит проприетарное ПО, особенно от мегакорпораций, Libre Translate вполне зайдет и станет надежным другом и помощником. Особенно учитывая то, как он переводит Летова. Вот, кстати, как выглядит Libre Translate на другом сервере, которым вы, кстати, тоже можете пользоваться. Тут, правда, ограниченное количество языков, поскольку количество языков вы выбираете сами при установке на сервер. Горячо поддерживаю разработчиков. Это геройский поступок развивать продукт, у которого есть такой мощный и бесплатный конкурент. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо, и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов, и теплица социальных технологий.